Ведущий вечера, лауреат премии Москвы, лауреат Российской национальной музыкальной премии «Овация» Петр Татарицкий. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы искренне рады приветствовать всех вас здесь, на сцене и в концертном зале Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Петра Ильича Чайковского в Клину. Сегодня, в эти минуты, мы открываем второй международный молодежный фестиваль имени Петра Ильича Чайковского. Уважаемые дамы и господа, на сцену приглашаются директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского Владимир Владимирович Лисенко, генеральный директор Международного молодежного фестиваля имени Чайковского Иван Щербак, руководитель творческой программы фестиваля, председатель молодежной секции Ассоциации лауреатов конкурса имени Чайковского, победитель 9-го международного юношеского конкурса имени Чайковского Анастасия Ушакова. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня вы станете свидетелями совершенно уникального события. На этой сцене будут звучать произведения, и те лица, которые молодые вы сегодня увидите, завтра будут занимать ведущие концертные площадки мира. Еще раз поздравляю вас с праздником и передаю микрофон Анастасии Ушаковой. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемые зрители! От лица молодежного подразделения, молодежной секции Ассоциации лауреатов международного конкурса имени Чайковского я рада приветствовать вас на концерте открытия второго международного молодежного фестиваля имени Петра Ильича Чайковского. Мы очень рады, что у нас уже сложилась традиция открывать международный молодежный фестиваль имени Чайковского здесь, в Государственном музее-заповеднике Чайковского в Клину. Спасибо большое за то, что пришли и решили разделить с нами этот праздник музыки. Надеюсь, что вы получите удовольствие от этого концерта. Спасибо. Уважаемые друзья, я подготовил речь минут на 5-10, но это дом музея Чайковского, здесь должна говорить музыка. Поэтому давайте поприветствуем, наконец-то, молодых музыкантов на сцене этого прекрасного зала. Второй международный молодежный фестиваль имени Петра Ильича Чайковского открыт! Петр Ильич Чайковский. Ноктюрн. Сочинение 19-е, до диез минор. Исполняет дипломант 8-го международного юношеского конкурса имени Чайковского Грегори Мартин, США, фортепиано.
Чайковский «Романс», сочинение 5-е, фа минор.
Грегори Мартин. Игорь Стравинский. Итальянская сюита для виолончели и фортепиано. Исполняет лауреат 10-го международного юношеского конкурса имени Чайковского Мауро Паоло Монополи, Италия. Концертмейстер Наталья Куршунова.
Thank you.
Thank you.
Маура Паула Монополи. Петр Ильич Чайковский. «Размышления». Сочинение 42. Партию фортепиано исполняет Наталья Коршунова. Исполняет лауреат 9-го международного юношеского конкурса имени Чайковского Лиза Ясуда. Япония. Скрипка. Thank you.
Фриц Крейслер, «Прекрасный розмарин». Лиза Ясуда. Лиза Ясуда. Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» для виолончели и фортепиано. Партию фортепиано исполняет Ольга Кудрякова, исполнитель, победитель 9-го международного юношеского конкурса имени Чайковского, Анастасия Ушакова, Россия.
Анастасия Ушакова. Концертный вечер продолжается. И сейчас на этой сцене появится лауреат международных конкурсов, музыкант, которому сегодня была доверена особая честь открыть инструмент, личный инструмент композитора Чайковского и подобным образом открыть и наш фестиваль образца нынешнего 2018 года. Петр Ильич Чайковский, Михаил Плетнев, концертная сюита из балета «Щелкунчик». Исполняет победитель 8-го международного юношеского конкурса имени Чайковского Александр Малафеев, фортепиано. Thank you.
Александр Малафеев. Петр Ильич Чайковский, «Пеццо капричиозо» для виолончели и фортепиано. Партию фортепиано исполнит Наталья Коршунова, солист. Специальный гость фестиваля, обладатель первой премии 5-го международного юношеского конкурса имени Чайковского, солист Санкт-Петербургского дома музыки, солист-концертмейстер заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Федор Амосов.
Фёдор Амосов, соната «Фантазия». Thank you.
Федор Амосов. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, второй международный молодежный фестиваль имени Петра Ильича Чайковского открыт. Мы искренне благодарим всех вас за внимание. Полная программа фестиваля на сайте чайковскийфест.ком. Мы искренне будем рады видеть вас на последующих концертах фестиваля. Вновь благодарим вас. До свидания. Искренне ваш Петр Татарицкий. До встречи.